Жизнь – это творчество. И на самом деле, чтобы жизнь стала яркой и интересной, мы только сами можем придумать ее такой, какой хотим ее видеть. А нужно просто действовать, начинать развлекать себя, придумывать что-то новое, интересное каждый день. И тогда ваша жизнь заиграет яркими красками, и вы почувствуете себя счастливым человеком.